Общее сведение. Аэрофобия – боязнь летать на самолетах и других летательных аппаратах. Несмотря на общедоступные статистические данные, свидетельствующие о высоком уровне безопасности полетов, около 85% людей считают воздушную авиацию наиболее опасным видом транспорта. Аэрофобия чрезвычайно широко распространена, примерно 40% жителей Земли перед полетом испытывают страх различной степени выраженности. Аэрофобия может сопровождаться навязчивым поиском информации о безопасности перелетов, падениях самолетов и так далее, клинически значимая. Аэрофобия выявляется у 15% взрослого населения. Обычно расстройство возникает в возрасте 25 лет и старше, женщины страдают чаще мужчин. Аэрофобия может быть самостоятельной фобией или проявлением другого фобического расстройства, страха высоты, страха закрытых пространств. Лечение аэрофобии осуществляют специалисты в области психотерапии и клинической психологии. Аэрофобия – причина аэрофобии. Существует целый ряд внешних и внутренних факторов, провоцирующих развитие аэрофобии. К числу внешних факторов, способных вызвать данное фобическое расстройство, относят недостаточную информированность о безопасности полетов, ужасающие картины крушений самолетов в телевизионных новостях, сообщения об авиакатастрофах в газетах и журналах. У некоторых пациентов аэрофобия возникает после сложного полета в неблагоприятных погодных условиях при большом количестве воздушных ям, при возникновении технических неполадок и тому подобное. В отдельных случаях аэрофобия развивается после рассказов друзей и родственников, переживших сложный полет. К внутренним факторам, повышающим вероятность развития аэрофобии, относят физическое и психическое переутомление, острые и хронические психотравмирующие ситуации, соматические болезни, неврозы, депрессии и другие состояния и заболевания, способствующие повышению уровня тревожности и снижению устойчивости к стрессу. Вероятность развития аэрофобии увеличивается при сердечно-сосудистых заболеваниях, слабом вестибулярном аппарате и повышенной восприимчивости к перепадам давления. Некоторые больные аэрофобией не испытывают страха непосредственно перед перелетами, но боятся находиться в замкнутом пространстве. Клаустрофобия – оказаться на большой высоте, акрофобия или пострадать от воздушной болезни, аэронаусифобия. Симптомы аэрофобии пациенты предъявляют жалобы на устойчивый страх перед полетами. Многие больные отмечают выраженную тревогу ожидания, страх появляется за несколько дней или даже месяцев до полета, сопровождается автоматическими мыслями об опасности перелетов, рисующимися в воображении картинами возможных авиакатастроф и вегетативными нарушениями. У некоторых пациентов, страдающих аэрофобией, возникает навязчивая потребность читать статьи об авиакатастрофах, изучать статистику падений самолетов, глубоко вникать в темы, так или иначе связанные с безопасностью путешествий по воздуху. По мере приближения полета симптомы аэрофобии проявляются все более ярко. Мысли о полете, пребывании в аэропорту и посадке в самолет провоцируют учащение сердцебиения, одышку, повышение артериального давления, тошноту, диарею, напряжение мышц, усиленное потоотделение, слабость в ногах, головокружение, дезориентацию, ощущение пустоты в голове и другие симптомы. Из-за ярко выраженной вегетативной симптоматики больные аэрофобией начинают опасаться за свое здоровье. Некоторые пациенты боятся не только непосредственно полета, но и потери сознания или смерти от сердечного приступа. Как правило, признаки аэрофобии сильнее всего проявляются во время взлета, посадки и попадания в зоны турбулентности. Больные аэрофобией нередко отказываются от воздушных перелетов и выбирают для путешествий наземные виды транспорта. В результате аэрофобия существенно ограничивает жизнь пациентов, они не отдыхают на курортах, теряют возможность посещать родственников, живущих в других странах, и устраиваются на работу, не связанную с командировками. Некоторые больные продолжают пользоваться воздушным транспортом, принимая перед полетом большие дозы транквилизаторов или алкоголя. Проблема аэрофобии особенно значима для людей, вынужденных совершать частые перелеты в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Постоянная тревога и страх существенно затрудняют профессиональную деятельность, становятся причиной нервных срывов, депрессии и невротических расстройств. В отдельных случаях возможно развитие алкоголизма и зависимость от транквилизаторов.